Сегодня 27 декабря 2013 года. Мы с вами в Юдеборге. У вокзала. У русского вокзала. Против солнышка мы снимать не будем. Мы на перроне у русского вокзала, с тыльной его стороны. Вот он. Вокзал. Мы здесь бывали с вами. Как снаружи, так и изнутри. Быть может, кто не видел ранее сделанное видео. Здесь было все заросшее, но сейчас хозяин, видимо, занялся очисткой территории. Вон деревья спилены. Видны какие-то конструкции, как колонна со светильником. Он заброшен, естественно. Как вокзал, он не функционирует. Купил его, это здание купил один предприниматель или предприимчивый гражданин, организовал внутри для себя, он там живет, и что-то нечто музея военной техники, оружия, амуниции. Он коллекционер, якобы тут же продает все, покупает. Мы были внутри, знакомились с хозяином. Мы идем с вами сейчас по перрону русского вокзала. Тень вот какая длинная. Но не будем мы из-за такой мелочи прерывать видеоролик. Вот все заросшее. Здесь доступ закрыт. Сюда скамеечка, видимо, было. Вот часы еще с тех далеких времен. Сейчас пройдем мы этот семафор. Не так будет отсвечивать. Солнышко низко очень, и поэтому такая тень. Вот мы видим теперь Юдеборг 2 со стороны вокзала, со стороны перрона вокзала. Так будет правильно. Мы с вами двигаемся. Целый день сегодня солнечный, что удивительно. Только вчера еще был дождь до обеда, потом пасмурная была погода. Сегодня солнечная. Температура примерно 8 градусов, если не больше. Мы намерены пройти к вокзалу, к основному городскому. Пройти по подземному переходу и выйти примерно по направлению к 4 гостиницам. Попробуем это сделать, если нам ничего не помешает. Здесь, безусловно, многие ходили, приезжая сюда или уезжая. Вот, если видите, солнечные батареи на крыше. Сегодня фото уже сделал. Оттуда, с парадной стороны улицы, и видно, это здание с той стороны покрыто на всю крышу солнечной батареи. Удобно. Не так, как удобно, как, видимо, выгодно. Это заброшено все здесь справа. Ну, не все, некоторые здания, что-то люди там живут, видимо. А это вот все брошено.
одно из зданий на площади вокзальной. Что-то было там в свое время для железной дороги, для нужд железной дороги. Его ломают, мы фотографии сделали. Можно будет посмотреть в альбомах группы. Вон там идет дорожка. Видно перила. Можно выйти сюда, в сторону магазина «Дружба». Вот заканчивается здесь запретная зона. Так, если можно сказать, как надоела эта тень. Этот или тень эта, ну, то дядька, кто эту тень отбрасывает. Это еще с тех старых, дальних времен забор. Вот здесь мы пролезем под низом. Только и всего. Мы уже официально находимся здесь у вокзала. Посмотрим. Еще раз, наверное, не посмотрим. Посмотрим, даже если посверкает немножко у нас в глазах. То мы знаем, что мы там оттуда пришли. Вот этот знак запрещающий туда проход. Ну, мы дальше идем. Мы уже свою цель обозначили. Не будем от нее отворачивать и отказываться. Вот Юдеборг. Вот здесь на стене еще старая надпись с тех далеких уже времен. Сейчас мы ее увидим. Вот. Все эти здания пустуют сейчас. Некоторые тут что-то есть, какие-то таблички, но ни разу людей не видел. Чем они тут занимаются, не могу сказать. Нам нужно ускорить процесс движения, иначе мы будем долго с вами идти. Вот этот первый, который переходим мы. Перейдя по подземному переходу, попадем на него. Вот вокзал. Само здание вокзала, здесь у кассы. Далее был ресторан. Посмотрим. Мы уже проходили с вами по подземному переходу. Мы сейчас сюда спустимся. Вон поезд какой-то идет. Нет, это не на Росток. Он не будет останавливаться. Это скоростной поезд, он тут не останавливается. Но мы быстренько. Это лифт, грузовой лифт и пассажирский.
Да, здесь многие ходили, наши люди. Приезжая, уезжая. Вот лифт, о котором я уже говорил. Налево выход на платформу. Еще один лифт. Вот на платформу выход. А мы ходим уже в сторону Юдеворк 2. Ветерок здесь сквозит. Разрисовали. Много тут, что все стены разрисованы. Вот он вокзал. Мы сейчас оттуда зашли. Мы же пойдем направо сейчас. Налево можно выйти. Можно выйти на улицу, ведущую к магазину, к Нойману, к трем домам. Четырехэтажным. Четырем трехэтажным. Зарапортовался. Или наоборот, что-то. Трем четырехэтажным домам, будет правильно. О, поторопился. Продолжим движение. 27 декабря 2013 года. Зима в полном разгаре. Снега еще не было, как видите. Видимо, уже его и не будет в ближайшие дни. Во всяком случае. Ну, нам это не мешает. Мы побывали сейчас с вами у русского вокзала. Это вокзал основной. Вокзал города. Вот здание, которое я упоминал прямо в кадре, его ломают. Мы не так давно здесь были с вами, на площадке, которую мы сейчас поднимемся. Делали видео и были наверху. Еще раз будем. Вот здесь справа была вышка управления движения железной дороги. Сейчас ее нет, но место еще есть. Из-за отсутствия листвы кое-что можно увидеть. Летом подобное видео сделать невозможно из-за бурной растительности. Вот вокзал просматривается. Вот здесь была эта вышка. Вот и мы вышли к домам, кои назывались, или вы называете участники группы, четыре гостиницы. День рабочий здесь, завтра, послезавтра выходные. Потом еще пару дней поработают, и Новый год. Ну вот, пожалуй, и все на этом. Заканчиваем с вами видеоролик. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. С наступающим Новым годом.
Да, и завтрашнего дня увеличивается уже день на одну минуту. Так что уже к лету мы подходим. Повернули к лету, это радует. До свидания.